У меня очень неприятный вопрос, я прошу прощения, но город Херсон. Наш мэр Владимир Васильевич Миколаенко на все недостающие в бюджете средства, на их необходимость, говорит, что не платят нам же за вашу землю. И вам вопрос, как владельцу Smart Maritime Group, планируете ли вы платить за землепользование нашей городской земли? Насколько мне известно, на предприятиях вообще смарт-холдинга задолженности по налогам нет никаких. Не по налогам, за землепользование. Задолженности по налогам – это налог на землю. Правильно? Могут и так быть. Нет договора. Смотрите. Между... Задолженности по налогам нет никаких. Я понял вас. Вадим Владимирович, еще